Всем привет, ребята, с вами снова Денчик, и сегодня мы... Проходим NFS Undercover, и сегодня мы покатаемся на... на паршаке нашем. Так, чё мы прокатимся? Прокатимся здесь. Тут я никогда не мог пройти, я сейчас попробую здесь. Попробуем этот злосчастный спринт пройти. Сейчас попробуем злосчастный спринт пройти этот. Это более-менее, хотя бы у меня удается пройти. Давай, паршак. Давай, паршак. Не подводи. О, нормально. Порш просто рвет и мечет вообще. Давай, гони! Вау! Давай, Порш! Нафиг. Да блин, не подводи, паршак. Воу. Так, нормально, отрыв. Давай в отрыв. Давай, паршек. Нормально. Так, воу! Процентов, ё-моё! Нехило так. Наконец-то эту гонку пройду. Злосчастную. Воу! Пиздец, какой неуправляемый становится, когда зло применяешь. Вот тот самый спринт, где у меня горело всегда.
Давай, гони. Так, этот самый поворот. Дебильный поворот. Потихоньку проходятся те гонки, которые я не мог пройти. Так, что еще не мог пройти? Вот этот вот спринт. Давай в него. Потихоньку проходятся гонки, которые я не мог пройти. Нормально. Так, Паршак, давай, выжимай полностью. Что там первый? Сейчас мы его догоним. Погони зонда. Полная дичь. По сравнению с Парше. Ё-моё, нормально я с ней так поигрался, блин. Что ж, первое место потерял. Давайте, чуваки. Надо разгон конкретно делать. С дороги, все с дороги. Конкретный разгон делаю. Ладно, это полная дичь. Ха-ха, нормально так впилил вас, чуваки. Нормально, это за то, что вы меня там подставили. В прошлый раз тогда подставили. Сокращенки поеду, чем по мосту. Так, какой-то ублюдок догоняет. Паршак такой имбовый. Да, прикольный такой паршак. Так, давай, гони. А, ништяк. Все, круто. Прошел этот
сраный спринт этот долбанный. Наконец-то. Дали мне 13-й левел. Эй, красавчик. Знаешь мультик «Койот гоняется за кукушкой по каньону»? Я его обожаю. Ты будешь койотом, потому что я тебя сделаю. Берегись. Ну, посмотрим сейчас, на какой ты колымаге будешь. Так, давай. Ой, подожди, это же менты. Ну ладно. Внимание всем! Группа с кодом 6 пытается скрыться от полиции. Так, давайте. На! На! Да, тяжеленная труба вообще. Где менты? Ау! Менты! Алло! А, вот мент. Все, пацаны, скрылся я. Диспетчер, нужна помощь. Я 30-й, запрашиваю помощь. Подкрепление, отбой. Вернуться к обычной работе. Да. Не то нажал, блин, твоим налево. Битва на шоссе. А, битва Порше, ну ладно.
Да, Porsche карьера врезался, нормально. Так. Изи. Вообще изи чат. Конкретно. Так, что у нас тут еще есть? О, дело какое-то есть. Ага. А, это связано с ментами или что? Нет. Ты посмотри, кто тут против нас. Так это та, наверное. Подружка наша. Малыш, педаль в пол, иначе не доедешь до финиша. Главное, не разбейся. Слышь, подружка, сейчас я тебя обгоню. Кому ты тут, блин, указываешь? Пою налево! Давай, гонись за ней, Паршак. Хочешь меня догнать? Прибавь газу. Давай, Паршак, выжимай. Да, сука, давай, Паршак, выжимай. А знаешь что, давай по новой. Малыш, педаль в пол, иначе не доедешь до финиша. Главное, не разбейся. Ага, колымага. Уже тачка у меня.
А мне еще хотя бы тачка, блин, твою налево. А повтор-то почему? А, нет. Ё-моё! Нихера. Странно, что ты еще жив. Может, отменим операцию, пока кто-нибудь не отправился в морг? Никто не отменит мою операцию, ясно? Цель близка. Раньше это было неясно. Но теперь мы вышли на след тачки из пропавшей партии. Джимат наша цель, но он решил свалить. Поэтому наш агент нырнул с утеса. Он свалился, потому что этот никель испортил тормоза. Леди, послушайте. Ваши международные контрабандисты – это азиатский криминальный синдикат. Им управляет известный авторитет по имени Чао Ву. На нем длинный список. Контрабанда, вымогательство, убийство. Он крайне опасен. Мы вели собственное расследование. И думали, что вы уже вышли на него.
ну тебя нафиг, чувак. Mm-hmm.
Thank you.
Блин, трындец какой-то. Короче, нафиг. Спринт непроходимый. Thank you.
есть связи в полиции. Он вечно нас опережает. Не расслабляйся. Так, что еще есть у нас? Отрыв. Давай отрыв. Thank you.
местечко в Sunset Hills. Оно тебе подойдет. Скажи ребятам, что я просила обслужить тебя по полной программе.
Так, ладно, прокатимся еще гонку и, наверное, на этом закончим. Так, что у нас тут? Контрольная точка. Контрольная точка. Спринтес вот здесь пройти надо. Зонда победит, блин.
нормально. Так, подвеска повысилась. Ну ладно, наверное, на этом завершим. С вами был Пенчик. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.